Всем привет. Продолжаем проходить игру. С железом у меня, конечно, всегда проблемы. Надо было посмотреть. Вот здесь железо, может, куплю. Эй, бродяга! О, железо есть. Купить. Береги себя. Иди уже. Эй, бродяга. Конечно. Так, понятно, улучшить ничего нельзя. Улучшить ничего нельзя. Все понял. До встречи. Идем к кристаллу. Как называется эта последняя контрольная точка? Так, встретиться с корневой матерью. Надо будет. А я вот не помню, откуда я пришел. Там ворота закрыты или открыты? Ага. А сейчас мы и посмотрим карта. Мне надо вот сюда. То есть мне... Ага, либо туда, либо сюда. Отсюда я пришел. Так, я вот здесь вот еще не был. Но понеслась. Давай, идите все ко мне. Так, нам надо что-нибудь выпить. Оп-оп-оп, попадаю, смотри-ка. Кто там так шмаляет? Ага, пулеметчик наш. Всем знакомый. Всеми знакомый пулеметчик. Ему надо в пушку стрелять.
отдыхай. О, справился. Да, вот здесь я не был. Здесь я не проходил. Так, а там что есть? Там ничего нет. Запрыгнуть можно? Нельзя. Ты у нас кто такой? Чё за это, как так? А подожди-ка, я не понял. Отдыхай. Ух ты ж. Ай. У меня кончились патроны. Альт, 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 садимся. Сейчас они сами прибегут. Это кто такой в красном вообще? Я не знаю, как валить это. Это кто такой в красном, а? Чуваки, чуваки, я не знаю, кто ты такой, где он. Все, слег. Да стреляй ты уже, давай, ну. Блин, тормоз. О, справился. У меня еще и бинтов до кучи нету. И кстати, я вот здесь вот не был. Сейчас я вот сюда и пойду. Подземелье. Я там еще не был. Правда, у него, блин, здоровья мало. Ну ладно, как-нибудь справимся. Блин, заюзал. Вот же контрольная точка. Так, а я точно здесь не был? Да, я здесь не был. Все, подлечились. Отлично, перемещаться никуда не будем. Какой-то затопленный проход. Маска бродяги. Какой-то новый предмет.
это за звук? Ё-моё. Это, конечно, все хорошо. Вес 7 килограмм, вообще офигеть. С постоянным этим будет, наверное, вес увеличиваться. Ладненько. Идем дальше. Ёпи! Напугали меня они. Ёшкин кот, знакомые люди. Ой, блин, не люди, а я... Так ты что делаешь? Оба! Все, отлично. Сейчас мы опять встанем на этом месте. Знакомые, знакомые... персонажи. Ничего, сейчас завалим. Ты чё разорался? Вот они, красавчики, бегут. Нету. Пока все отлично. Пока тишина. Здравствуй, здравствуй, дружище. Он там что-то это огонек. Хоть сейчас мы тебя будем. Да. Опа, прыгай.
Все. Тут-то помер. Справился. Завалил. Пыль ярости. Так, надо что-то принять. Эту штучку принять. Эту штучку принять. Ну и все, наверное, пока. Бежим дальше, смотрим, что там сейчас будет нас ждать. Симуляр какой-то. Надо будет посмотреть сейчас, что это такое. Такое. Ух ты, зараза! Ты погляди, что делает, а? Принимай быстрее. Ну давай, выпрыгивай ты оттуда. Вот. Где он? Отдыхай. Справился. Так. Что-то там симуляр какой-то. Что я подобрал? Чего зараженные гнили? Это все круто, но я что-то какую-то хрень взял. Так, знания старца. Ну ты чё кашляешь-то все, эй? Заражение гнилью. Ваши действия будут прерываться случайным приступом кашля. Это хреново. А как мне уйти от заражения? Да ты чё? Хорош кашлять. У меня нет никакого лекарства, чтобы... Бей!
Завалил. Ёп! Это хреново, что я заражен. Прыгай, блядь, выпрыгивай, дружище, прыгай. Да прыгайте давай, да. Да хляк, блин. Бегут, бегут. Что делать-то, блин? Очко таланта еще получен. Ребята, если кто знает, напишите в комментариях, что делать против вот этого заражения. Блин, он что-то лежит. Ох ты же, ёжик! Есть, успел завалить. Так, ага, опять этот чувачок. В голову мудром. Да. Прыгай ты давай. Че, все, я прошел, что ли, выход? Или нет? Походу, да.
Давай. Вон выход, наконец-то. Так, здесь есть что-нибудь спрятанное? Штучки, дрючки какие-нибудь. Ничего нет, ладно. Центральная точка. Стой, а не отсюда ли я пришел? Все, заражение пропало. Ладно, вернемся в блок 13. Что нам надо? А нам надо купить железо. Как дела? Береги себя. Это пока оставим. Ну, спасибо за очередного дармоеда. Конечно, присутствие человека корня нам никак не повредит. Ага. Я работаю, не видишь? Ты мешаешь. Ну уж точно не болтовня. У меня уже есть один друг. Вот этот молоток. И его вполне хватает. Так что лучше не задерживайся тут. Или хочешь поближе познакомиться с моим молотком? Ага, иди уже, да? Ну, давай глянем. Так, а создавать-то и нечего. Все, закончили. О, ко мне чувак подконнектился. Эй, бродяга. Что тебе нужно? Так, сейчас посмотрим. Броник. Что можно улучшить? Давай оружие, дробовик улучшим. Так, оружие еще улучшим. Еще вот это вот улучшим. Пока. Отлично. Да отстань ты от меня со своей болтовней. Бинтов еще надо купить будет. Здравствуй. Чем могу помочь? Давай глянем. Штучек 6. Это вот штучки 3. Этих. Штучки 4. Удачи. А. Чем могу помочь сегодня? Только лучше. Я не знаю, что это такое. Чё, погнали?